Пятизвездочный винный бренди Сараджишвили относится к группе молодых бренди. Бренди от 3 до 5 лет считается молодым, и 5 звездочек на его этикетке обозначает возраст спиртов, из которых изготовлен продукт. И вот что интересно. При изготовлении молодых бренди место происхождения спиртов значения не имеет. Их можно изготавливать из любых полученных в Грузии спиртов. А вот в марочных бренди спирт должен непременно быть определенного места происхождения. К пятизвездочному бренди не предъявляется особо высоких требований. Главное, чтобы чувствовалось, он изготовлен из винного спирта. В пятилетних спиртах отдаленно, но все-таки чувствуется дуб. Отголоски дуба, дуб окисляется, отголоски окисленного дуба, окисленных фенолов. Поэтому и вкус этих спиртов по сравнению с 3-летними и 4-летними более богатый. Что касается букета, букет богаче, переполнен разными цветочными и фруктовыми ароматами. Особенно выделяется аромат сливовый. Я уже упоминал, что пятизвездочный бренди изготавливается из 5-летних спиртов. Здесь представлен 5-летний спирт, изготовленный из винограда сорта Цицка Целикаури, зоны Варцехе. И заметьте, как отличается цвет спирта от цвета готового бренди. Конечно, при изготовлении бренди добавляется смягченная вода, определенное количество карамелизированного сахара, так называемый колер. Но это отдельная тема. Продукты сложные, и для их изготовления нужны определенные схемы. Цвет у молодых 3-, 4- и 5-летних бренди более светлый, чем у старых. Цветовая гамма колеблется от соломенно-желтого до светло-золотого. Как уже было сказано, букет очень богатый, приятнейший. А вкус? Вкус мягкий, оставляет приятные послевкусия, и, что самое главное, организм быстро чувствует тепло и положительные стороны этого напитка, который создаст комфортную атмосферу, когда вы будете пить его в кругу друзей. Это весьма богатый бренди. Советую попробовать, однако не забывайте, что пить его в больших количествах нецелесообразно. Это напиток высокоэкстрактный, и лишнее количество может вызвать дискомфорт. Поэтому пить его следует помалу, в течение длительного времени, в приятной атмосфере, и тогда он благодаря своим качествам расположит вас к беседе и напомнит только положительные события.